Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Музей СССР, который открылся 24 декабря 2012 года. А тут у нас находится мавзолей, в котором лежит Ленин. Он дышит. Также есть предмет интерьера, воссозданная комната. Есть игрушки, машины, мотоциклы. Все можно трогать, смотреть, фотографироваться. Коллекция у нас собиралась. Что-то мы у частных коллекционеров приобретали, что-то покупалось, и что-то приносят люди в дар. Посетители у нас разные, и взрослые приходят вспомнить, что было при СССР, дети, родители с сыновьями, с детьми. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин – это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин – это моя страна. Разоренные центры. Прямо назад я вернусь. Вернуться, вспомнить все. Интересная была атмосфера просто. Назад в будущее. Разная кровь. Сегодня прям в новостях увидела, что здесь проходит выставка. И как раз собирались ехать на ВВЦ. И вот предложила подруге, говорю, давай зайдем, посмотрим, ну, нравится. На самом деле круто. Ну, как бы сами там в 90-х годах родились. То есть, как бы, не знаю, есть вещи, которые тоже нас ностальгию вызывают. Вот, и как бы, не знаю, вот эти машины раритетные посмотреть тоже. Немного так, по рассказам еще родителей тоже. Как бы есть, говорю, предметы, которые... Не знаю, хранились дома тоже, да, так смотришь, вспоминаешь, что, ой, там, вот это тоже знакомо, вот это тоже было. Ну, на самом деле, интересно вообще. Еще больше всего понравилось. Машина.